Гарадскі зліт юных выратавальнікаў пажарных адбыўся ў Магілёве. У выпрабаваннях прымаюць удзел 13 каманд. Усе прадстаўнікі школ горада. На кожную дружыну па 10 чалавек. Да спаборніцтваў рыхтаваліся не адзін дзень. Всякі соревнования должны показать результаты, все очень хорошие. Самый главный этап – это, конечно же, пожарная эстафета. Здесь должны ребята показать свою ловкость, быстроту. Берут один огнетушитель и несут его на старт, за линию старта становится. Дальше то же самое происходит. Второй огнетушитель, третий. Пожарная эстафета. Удельники только хлопцы. Тут треба пройти усю полосу перешкод, як мага худшей. Еще переодолить стенку, утримать равновагу, примерить боевку и найти агульную мову с пожарными приладами. Паусюль свои тонкости. Для меня здесь боевка уже не сильно трудно. Скорее всего, это стрелять, вот, сбить мячи с водонапорной пушки. А чем там сложно? Ну, смотря какой ствол будет, как откроешь, какая струя пойдет, плотная или разброс. Средний узрост удельников 15-16 годов. Зразумела, узровень подрыхтовки розный. Кожный мая перевагу у своим этапе. Викторина по АБЖ, конкурс песни и строя, те выпробования эстафеты. Головное, кажут удельники, подтримка сябров. Настроение хорошо, ждем наш старт. Сказали, сейчас будем стартовать. Надеюсь, что не провалимся, нормально все будет. Ну, у меня этот этап, как бы, не знаю, не тренировался, будет тяжело, не знаю. Я больше за друга, больше, как он через забор будет лезть. Тихо спят леса, и земля тихонько засыпает. А вот гэтыя навыки юные выратавальники отточивали не одну годину. Як на параде, выразно, отточено, дисциплиновано. Команда средней школы номер 35 кируя Дана Базова. Выпрацавала командный голос, и проблем с выполнением задания не возникло. Командовать, конечно, нелегко, но когда есть сплоченность в команде, когда все за тебя болеют, помогают, то, конечно же, легко. Все хотят одного и того же, это, конечно, победы. Ну и выступить хорошо, это тоже, конечно, часть конкурса. Все выучили, все знаем, все сделаем. По сумме у всех спаборництв журы и вызначила пераможца. Для их выпробования не скончится, далее чекают уже областные спаборництвы. А месцы размерковались таким чином. Третье у 35-й школы, другое у 39-й, а переможцами спаборництва стала команда средней школы номер 43.